Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Это снова мы на нашей экологически чистой ферме в Линском районе Пермского края. Вот такие у нас уже поросята подросли. К сожалению, не знаю, сколько они весят. Но видно, что уже стали такие большенькие. Вот у нас опыт еще маловато, чтобы определять на глаз. Но ничего, потом наберемся. Это мы делали специально такой загончик, чтобы поставить поросятам прививки. Ставили условия такие. У наших ветеринаров должны стоять прививки от рожи и от чумы. Вот привезли жерди, чтобы сделать отдельный загон нашему чернышу. А то ему уже скоро полгода, нужно его отсаживать. Будем загончик рядышком делать. Вот. Пошли смотреть электропастух. У нас завелось какое-то животное, которое перегрызает ее, пока он выключен. Мы его на постоянную не включаем, так как у нас пока электроэнергия от генератора. И поэтому испытываем вот такие проблемы. Постоянно кто-то у нас рвет его местами. Ну и еще раз напомню, у нас электропастух Pro 6 белорусского производства. Огорожено 1,25 гектара в три ряда. Все работает хорошо, меня устраивает. Заявленная длина вообще 50 километров у них. Я, конечно, не знаю, насколько это правда. Я потом хочу попробовать. Ну, допустим, гектар 60 оградить. Это в будущем. Вот так вот. Пошли смотреть. Вот здесь уже электропастух лежит на траве. Уже понятно, что там он порвался. А вот до сюда уже бегают наши хрюши. Копают уже здесь потихонечку. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.